Мы сегодня встретили гидробиологов из Южной Кореи. Один из них занимается пресными водами, бентолог, а другой занимается морскими беспозвоночными, он морской гидробиолог. Они приехали участвовать в форуме «Природа без границ» с докладами, каждый по своей секции. Один будет участвовать в секции городской экологии и расскажет очень много интересного о том, как восстанавливают городские реки. И вот пример Сеула. А другой будет на секции морской гидробиологии, будет рассказывать о новых технологиях с применением молекулярной генетики в области вот, морской гидробиологии.